С добрым утром, малыши! В эфире наш «Покажи класс!» Ребята, я хочу показать вам ролик одной нашей конкурсантки. Она делает гимнастические упражнения и так старается, что точно вырастет и станет настоящей гимнасткой. Смотрим. Да. Спортивная, мне нравится. Ребята, а сейчас давайте посмотрим еще одно забавное видео. Давайте. Может, творчество мое вы нравится мне, не только не справляюсь я с этим вдохновением. Может, вам покажется это безобразие, только не справляюсь я со своей фантазией! Классный ролик! Да, мне тоже понравился! Следующий ролик тебе тоже очень понравится, Филя. Он называется «Утренняя разминка». О, Степашка, я как раз забыл зарядку сделать, когда проснулся. Давай скорее смотреть. Давай. Я надеюсь, ты не очень тяжелые гантели взял? Нет, не волнуйся, Степашка. Это детские гантели, легкие. Ну тогда хорошо. Но все-таки я прошу тебя отложить их в сторону. Почему? У нас еще один ролик есть. Давай его посмотрим. Ну, конечно. Так, сначала видео селфи, потом занятия спортом. Тебе понравился ролик, Филипп? Очень, очень понравился. Браво, браво. Ну просто умница девочка. Так красиво поет. Ребята, присылайте свои видео-селфи и вы. Покажите, что умеете. А еще снимайте свои собственные фильмы про домашних питомцев или любимые игрушки. Про ваш дом, улицу или город. Про друзей или братьев и сестер. Проявите себя в качестве оператора. Авторы лучших работ получат призы. И не забывайте голосовать за самые классные видео-селфи на нашем сайте. Да, вот его адрес. Пока, друзья, смотрите канал «Карусель». Пока-пока.